Всем добрый день, 22 ноября. Еще один вариант зимовки саженцев ежевики и ежемалины, которые я использую. Контейнеры с укорененными верхушками стоят в ящиках в теплице. Сверху еще один такой же перевернутый ящик. Все это укрываю одним слоем спанбонда. И сверху затем идет слой брезента. Пока температура плюсовая или там небольшая минусовая, я брезент не закрываю. Саженцы укрыты просто спанбондом. Когда температура опускается ниже минус 10, тогда закрываю брезентом. С нашими непонятными зимами такая зимовка в теплице позволяет как-то регулировать условия зимовки и при необходимости открывать брезент и дать саженцам подышать.